Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 36, упражнение номер 1. Сделай рисунок к задаче и реши ее. Купили 5 зеленых мячей, а красных 3 раза больше. Сколько красных мячей купили? Так, давайте сначала сделаем рисунок к этой задаче. Нам известно, что зеленых мячей купили 5. Вот они. А красных купили в 3 раза больше. В 3 раза больше – это значит 3 раза по 5 мячей. Раз, два, три. Нам нужно узнать, сколько красных мячей купили. Чтобы узнать, сколько купили красных мячей, по 5 3 раза нужно 5 умножить на 3. Получится 15. 15 мячей. М с точкой в скобках. Записываем ответ. 15 красных мячей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу.